вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. Две сферы созданы рукой Бога. Земля – место жительства человека, и море, которому Бог сказал, да произведет вода пресмыкающаяся душу живую. Морское семейство безмерно и состоит из существ всевозможного размера, формы и цвета. Это буквальное исполнение Божьей заповеди. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях. Это необыкновенная и чудесная часть Божьей Вселенной. Но это наш мир. Мир полный знакомых сцен и звуков. Ухо говорит нам почти столько же, сколько глаз о сфере, в которой мы живем. Да, звуки говорят нам много об окружающем нас мире. Но под водой человек поражен потрясающей тишиной. Ухо почти ничего не передает ему здесь. Неудивительно, что с давних пор море стало известным под названием безмолвной глубины. И много лет описание морской жизни подтверждало эту теорию. Человек утверждал, что море так же безмолвно, как вошедший в пословицу гробница. И вот цитата из известного подводного пособия. «Если ракообразные рыбы даже и издают звуки, они так крепки и слышны на таком недалеком расстоянии, что на них не стоит обращать внимания. Под водой пыл, голод и агонии смерти беззвучны. Но если бы это и не было так, нет уха, которое могло бы там что-то слышать». С пришествием 20-го столетия наступил новый чудесный век. Век радио с развитием электронной лампы, способной усиливать слабое напряжение тока. И микрофона, превращающим звуковые волны в электроэнергию. Стало понятно, что вскоре неминуемо последуют попытки изобрести методы использования этих первых электронных приборов для слушания под водой. Хотя грубо и наспех устроенный, этот инструмент мог улавливать звуки плывущих мимо судов. Звуки под водой, значит, глубина вовсе не безмолвна. Но это еще не было самым поразительным открытием. Мы уже знали, что звук передается в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. Но если вода такой хороший проводник, почему же мы не слышим звуков из моря? Во-первых, потому что граница воздуха с водой почти так же эффективна, как твердая стена. Но что еще важнее, это то, что человеческое ухо просто плохо действует под водой. Для этой сферы нужны новые уши, уши, специально созданные для работы под водой. Сознание этого привело к изобретению прибора, известного под названием гидрофона, то есть подводного микрофона, улавливающего звуки под водой с невообразимой до тех пор ясностью. В 1941 году человеческие знания моря стали вопросом жизни и смерти.
Звук стал всем. Удары звука, передаваясь гидрофоном, давали направление и расстояние с удивительной точностью. Но целая батарея гидрофонов, установленная поперек входа в залив Чезапи и ставшая частью системы государственной обороны, послужила причиной для поразительного открытия. Гидрофоны соединялись с доской управления, где мигающие огни помогали операторам определять положение судов. Это было поздним вечером весной 42-го года. Ночные операторы окончили испытания и приготовились к своему первому одинокому дежурству. Вдруг на доске замигали красные огни. Тревожные сигналы шли от гидрофонов в заливе. Чем вызваны эти странные звуки? Никаких признаков присутствия необыкновенных судов, и все же каждый вечер феноменальное явление повторял, и вскоре стало самой загадочной тайной войны. Военные обратились за помощью к ученым, и, наконец, ответ пришел в отстукивание телетайма. Не обращайте внимания на необыкновенные сигналы гидрофона. Звуки производятся стаей рыб, известных под названием квакающих. Рыбы говорят. Когда окончилась война, историю о звуках под водой можно было наконец рассказать всем. И в лаборатории в Лос-Анджелесе команда научного института Муди приготовилась к исторической миссии – съемке первого звукового подводного кинофильма. Начался ряд спусков в голубую сферу воды. Это был мир, формы и краски которого были известны веками, но в котором человек оказывался почти совершенно глухим. Глухим, конечно, до тех пор, пока новые уши открыли ему сферу, такую же шумную и оживленную, как его собственная. Был довольно легко опознать. Другие оставались неопознанными, и особенно те, которые поднимались таинственно из мрака ночного моря. Ха, не все производители звуков опознаются так легко, как вот этот. Итак, неослабевающее исследование продолжалось много лет в таких местах, как морская лаборатория Нараганset, где доктор Мари Полон Фиш и ее штат усердно анализировали звуки и составляли каталоги звуков сотен видов рыб, ракобраз, моллюсков и млекопитающих. Настолько характерны звуки каждого животного, что такой спектр крас становится в действительности голосовым отпечатком, который ясно определяет каждый издающий звук вид. Обитатели моря производят звуки по той же причине, по которой их производят земные твари. Некоторые звуки — это песни, повторяющиеся фразы, весьма сходные с пением птиц. Только в этом случае наш певец оказывается отдаленным китом. Другие напоминают стрекотание насекомых в летний вечер. Но большинство биологических звуков имеет назначение. Это предупреждение или реакции на испуг и боль.
Апсанус, например, громко барабанит, возвещая о своих территориальных правах вокруг избранного им места для метания икры. Он по-своему говорит: «Вход воспрещен». Однако со своей возлюбленной он говорит совсем другим тоном голоса. Голосом: «Подождите минуточку, ведь у рыб нет легких, гортани и голосовых связок, нет даже воздушной среды, в которой бы они могли действовать. Так как же тогда рыба может говорить?» Бог обеспечил рыб, дав им весьма исключительный орган, более разнообразный, чем инструменты симфонического оркестра, и все они созданы для работы под водой. У многих рыб, издающих звук орган, это наполненные воздухом пузыри, связанные или обернутые длинными мускульными тканями. Они заставляют вибрировать резонирующие камеры, которые производят ряд звуков, подобных лаянью, хрюканью, реву, в зависимости от вида рыбы. Мы уже слышали квакающих и апсануса, а вот это обыкновенный морской петух. Хелонектарус имеет что-то вроде ударного инструмента. Подобный раскалю приспособление в горле присоединено к резонаторам, которые помогают усилению звука. Скелет служит средством произведения звуков у бычка-подкаменщика. Кости тазового пояса передают мускульные вибрации бокам рыбы, которые распространяют звук, как барабанная кожа. Эти голоса глубины новые для большинства из нас. А это, знаете, что это такое? Да это колючий лангуст. Насколько нам известно, лангуст – единственное живое существо, производящее звук щупальцами. Без электронных ушей вы можете плыть по каменистому дну моря и никогда не узнать, что это место жительства миллионов маленьких раков-плакунов, одних из самых плодовитых и самых шумных жителей моря. Но гидрофон улавливает крещендо звуков среди этой невидимой мелюзги. Рак-щелкун – это малюсенькое ракообразное, которое гораздо меньше своего съедобного родственника. В среднем он менее 2 сантиметра длиной. Его одна клешня крупнее другой, и ею он производит звук. В густонаселенном месте отдельные щелканья сливаются в один сплошной треск. Из всех морских тварей, возможно, ни одна не обворожила человека так, как приветливый дельфин или морская свинья. Некоторые из них стали звездами сцены и экранов кино и телевизора, услаждающими публику своими шалостями, акробатикой и удовольствием, получаемым от общения с человеком. Дельфины не рыбы, но теплокровные, дышащие воздухом млекопитающие, занимающие, возможно, второе место после человека по своему умственному развитию. Веселое чириканье и посвистывание, которое умножает радость морского цирка, может быть издаваемо над водой и под водой. А в открытом море им пользуется до некоторой степени для коммуникации между членами одной стаи. Нет уха, чтобы их слышать. Ничто не может быть дальше от истины. Все тело дельфина способно воспринимать звук. Но уши специально сконструированы для подводного применения даже под страшным давлением при нырянии на 300 метров в глубину. Вся слуховая система дает этому животному удивительное чувство слуха с точностью направления и чувствительностью к частотам более 180 тысяч герц. Это лежит далеко за пределами слухового круга человека. Но это не все. Резиновые чашечки с присосами надеваются на глаза этого дельфина в морском цирке на Тихоокеанском побережье Калифорнии. Затем три кольца бросаются в воду. Несмотря на то, что животному хорошо закрыли глаза,
Оно находит и ловит кольца, между прочим, без промаха. Как же оно это делает? Гидролокатор, буквально. Даже в сравнении с самым новым звуковым оборудованием людей, эхоотразительная система дельфинов кажется невероятно утонченной. В области дыхала есть приспособления, производящие интенсивные удары сложных звуков. Они доносятся до нас в виде частых звонких щелчков. Череп и другие части головы направляют большую часть звуковой энергии вперед. Низкие частоты распространяются широким эталоном, применяемым в пределах места действия. Крайне высокие частоты, однако, концентрируются в узком, как карандаш, луче, скандирующем определенные цели. Система, которая улавливает обратное эхо, действует направленно. Наполненные жиром каналы нижней челюсти, очевидно, направляют сигналы прямо в среднее ухо. Эта эхопередача сообщает точную информацию, касающуюся размера, формы и отдаленности предметов, и даже кое-что об их текстуре и составе. Но насколько хороша у дельфина его звуковая система, человек только начинает это узнавать. В Пойнт-Мугу, в Калифорнии, флот Соединенных Штатов имеет установку морской биологии. Здесь дельфин Афалина по имени Дорис может с завязанными глазами отличать материалы, из которых сделаны вот эти разные диски-мишени. В данном эксперименте ей нужно различить два металла – медь и алюминий. Замечательное умение различать, если оно у нее есть. Сперва Дорис закрывает глаза, а потом посылает в другой конец бассейна. Мишени устанавливаются на другом конце бассейна. Сигнал дан, и Дорис спускается в путь. В полной темноте она должна проплыть через воротца и затем узнать медную мишень слева от вас. Слушайте. Свисток возвещает успех и вознаграждение. Перед каждым проплывом мишени поднимаются и снова устанавливаются совершенно наугад. На этот раз перемен. Медь теперь справа. Это повторение. Медь снова справа. Заметьте ее движение, когда она изучает и сравнивает эхо-сигналы, идущие от мишени, прежде чем сделать выбор. Видеомагнитофон позволяет снова показать диски и даже замедлить настолько, что движения и звуки, связанные с эхо-пределами, могут быть изучаемы детально. В подобных экспериментах ученые продолжают пытаться изучить в полноте звуковой образ жизни дельфина. Образ жизни, который зависит от способности находить пищу и избегать столкновений с преградами, даже в такой мутной воде, что в ней почти ничего не видно. Это уже дело не просто удобства, но существования. От самого крупного, когда-либо живущего на земле животного, можно было бы ожидать довольно громовых звуков. И действительно, некоторые низкие частоты, исходящие из моря, издаются такими невероятными гигантами, как горбатый кит. Гринда, однако, несмотря на свой 2-3-тонный вес, считается канарейкой моря. Размер не помогает предсказывать разнообразие принадлежащих китам голосов. Thank you.
Одними из самых поразительных подводных звуков, записанных на пленку, были возвещающие бедствия крики на му, одной из первых пойманных касаток. Когда это животное тащили на привязи в сторону Сиэтла и пролива Ужет, вокруг можно было видеть других китов, а в гидрофоне были слышны крики на му, которые неслись по водам канала. Обширные владения великих китов покрывают почти 70% нашей планеты. К северу, дальнему северу, океаны исчезают сначала под первыми разбросанными плавучими льдинами, а потом под громадными массами полярного льда. Вдоль этих перемещающихся, разбитых на части границ живут самые замечательные музыканты моря. Вот эта песня Эрегнатуса бородатого тюленя. Колокола? Что-то рукотворное? Так или иначе, эскимосы знают, чего ожидать. Моржей. Надувные горловые мешки взрослого самца в весеннее время производят вот эти колокольные звуки. Кроме того, оба пола издают скребущие и щелкающие звуки, подобные по назначению гидролокаторным ударам дельфинов. Как и моржи, тюлени Арктики и Антарктиды, очевидно, обладают эффективной звуковой системой управления. Тюлень Уэделя, например, преуспевает в кромешной тьме под плотными слоями льда, находит корм в местах, лежащих на 300 метров глубже последних лучей света, а потом возвращается к маленькому, но жизненно важному дыхательному отверстию где-то в замерзшем пологе полкилометра над головой. И все это даже во время полного мрака долгой полярной ночи. И вот здесь, в этой обстановке, мы приходим к поразительному сознанию, что так называемая безмолвная глубина на самом деле полна существ, самое существование которых зависит от звука. Здесь могут жить слепые, но глухие обречены на смерть. Когда-то человек сунул голову под воду, послушал, ничего не услышал, и потому решил, что там отсутствуют всякие звуки. Значит, это безмолвная глубина. Иными словами, он испытал, обнаружил факт и пришел к заключению. Испытание было простым. Он сунул голову под воду и послушал. Факт, обнаруженный им, был явным. Он ничего не услышал. Заключение, сделанное им, казалось логичным. В конце концов, у него было два хороших уха. Если он не услышал ничего, значит, нечего было слышать. Мы знаем теперь, что человек пришел к ложному заключению. Он вошел в сферу, для которой не было у него нужного снаряжения. Там было довольно звуков, но у него были неправильные уши. Есть еще другая сфера. Мы зовем ее духовной сферой. Она имеет дело с Богом, спасением, вечностью, небом. Я как будто слышу слова: неужели вы верите в такую чушь? Все это глупости, ничего этого нет. Но как вы знаете, что нет? Может быть, вы уже испытали? Уже заглянули в эту сферу интеллектуально? Вы сунули голову в духовную сферу, посмотрели вокруг, ничего не увидели, не услышали, и решили, что вовсе ничего там нет. Иными словами, вы испытали, обнаружили факт и пришли к заключению. Но было ли оно правильным? Было ли испытание основательным? Библия говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Иными словами, человек не способен по природе понимать или ощущать этот духовный мир. Чего-то жизненно важного не хватает ему. Но вот мы приняли гидрофон как научный инструмент, потому что знаем, что он пригоден. Он пригоден, потому что когда-то какой-то человек перестал доверять своим ушам, отбросил массу предвзятых идей,
взялся за поиски весьма фундаментальных законов природы, Божьих законов, и последовал за ними с большим усердием. Для того, чтобы познакомиться с подводными звуками, понадобились новые уши. Для того, чтобы человеку познать этот духовный мир, ему нужны не только новые уши, но и глаза, новое сердце и новая жизнь. Иоанна 3:3 говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Есть миллионы людей во всем мире теперь, и несчетные миллионы, живших в прошлых веках, которые испытали все это. Эти люди верой приняли Иисуса Христа, Сына Божьего, как своего Спасителя, и жизни их полностью преобразились. Реальность этого духовного мира стала самым доминирующим фактором их жизни. Они знают, потому что они поверили. Здесь вот два инструмента. Один открыл для нас секреты моря, другой обещает нам вечную жизнь. И ныне есть новый голос, голос глубины. Он взывает из глубины моря, говоря: «Испытывайте, находите факт, но в духовном мире, ради душ ваших и вечности, делайте правильное заключение, веруй и знай».